Итак, рада приветствовать вас, друзья, на моем канале. Сегодня мы будем с вами вязать вот этого замечательного маленького вот такого цыпленка в такой маленькой корзинке, ну или в скорлупе, которую он только вылупился. Весь этот декор это по желанию, можно это не делать. И скорлупка это тоже по желанию, корзиночка. То есть можно делать и без этого. То есть вот такой вот цыпленочек. Все достаточно тут просто вяжется. И давайте приступим к его созданию. Такой замечательный вот подарочек или декор к светлому дню Пасхи. Итак, для создания моего маленького цыпленка я взяла крючок номер 4 и пряжу нежно-желтую Dolphin Baby. Вам понадобится маркер, либо ниточка другого цвета и ножнички. Итак, вязание мы с вами будем начинать с головы. Со второй петли от крючка мы провязываем 6 столбиков без накида. И далее будем вязать 6 прибавок. Пошаговая запись головы нашего цыпленка куда-то опять исчезла. Итак, первый ряд во вторую петлю от крючка мы провязали с вами 6 столбиков без накида. Второй ряд делаем 6 прибавок, итого 12 получается, то есть в каждую петельку по 2 столбика без накида. Третий ряд 1 столбик прибавка. У нас получилось 18 петель. Далее четвертый ряд 2 столбика прибавка. У нас получилось 24 петли. И далее вяжем 5-6 ряд самостоятельно, как и все остальное, 24 столбика без изменения. Седьмой ряд мы начинаем с убавок, но на 5-6 ряд мы будем прикреплять с вами глазки. Как глазки прикреплять, у меня видеозапись сохранилась. Итак, мы провязали самостоятельно 5-6 ряд. Итак, у нас 7 ряд, 2 столбика, убавка. 1, 2 за первые стенки, убавка. Раз, два, бабка. Раз, два, бабка. Раз, два, бабка. Раз, два, убавка. Раз, два, убавка. Оно должно получиться с вами 18 петель. Вот здесь вот. Дальше вяжем 1 столбик, убавка. 1 столбик, убавка. 1 столбик, убавка. 1 столбик, убавка. Вяжем до конца ряда самостоятельно. Итак, на этом этапе вязания можно начинать прикреплять глазки. Если у вас глазки на безопасном креплении, то начинаем их прикреплять. Если вы пришивать будете бусинки, то можно пришить бусинки. 1, 2, 3, 4, 5. После 5 ряда и между ними 1, 2, 3, 4, 5. Глазки можно сделать вот так прямо вообще по бокам. Можно сделать ближе, можно сделать дальше. То есть как вам нравится. Можно поближе наоборот сделать. Вот. То есть посерединке у нас будет с вами клювик небольшой. Так, я сейчас попробую одеть без разрезания, если у меня получится. Так, у меня же есть приспособление, чтобы одевать их.
различные вот такие шайбочки. Я тогда, помните, говорила вам, расскажу, зачем они нужны. Я беру вот так вот и надавливаю. Видите? И глазка у нас готова. Дальше берем помощника, шайбочку, надавливаем. Так, тут что-то у меня подскользнулось. Одели. Все, наши глазки готовы. Так, сейчас я тут инструменты уберу. Это глазки я заказывала на AliExpress. Тут 20 штук. Вот, стоили очень дорого. Итак. Итак, посчитайте, здесь у вас должно быть 12 столбиков. И сейчас мы вяжем еще без изменения 12 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 8, 8, 9, 10, 11 и 12. Итак, сейчас небольшой у нас нюанс. Если вы планируете вязать голову отдельно, туловище отдельно, то мы сейчас заканчиваем, делаем здесь 6 убавок, и наша голова готова. Все, можно либо затянуть, либо провязать 6 убавок. Я буду провязывать сразу туловище, то есть я провязала сейчас вот эту как бы шейку еще, да, один ряд у нас получился. И мы закончили с вами вязать голову, я уже прикрепила глаза, здесь посередине будет клюв. И сейчас вяжем 6 столбиков без накида. И далее вяжем 6 прибавок. Так, вяжем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вяжем 6 прибавок, каждую петельку по 2. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Так, у нас тут должно получиться 18 петелек. Меняем маркер на последнюю петельку. Сейчас провязываем 6 столбиков без накида перед. Раз, два, три, 4, 5, 6. Теперь вяжем 1 столбик, прибавка. Раз, прибавка. Раз, два. 1 столбик, прибавка. Раз, два. 1 столбик, прибавка. Раз, два, 1 столбик, прибавка. Раз, два, 1 столбик,
прибавка. Раз. Два. Вот так вот у нас получается. Сзади будет небольшое расширение типа хвостика. И сейчас вяжем 3 столбика без накида. На последнюю петлю оденьте маркер. Теперь вяжем с вами 6 столбиков без накида наш перед. И дальше 2 столбика прибавка. Вот так у нас получается. Четвертый, пятый ряд по 30 столбиков вяжем без изменений самостоятельно. Вяжем следующий ряд. 3 столбика вяжем убавка. Довязали с вами 6-й ряд туловища. Теперь вяжем 2 столбика убавка. Далее вяжем следующий ряд. 1 столбик, убавка. 1 столбик, убавка. 1 столбик, убавка. 1 столбик, убавка. Вяжем до конца ряда самостоятельно. Так, провязали. На этом этапе давайте заполним нашего утеночка, цыпленочка. И вяжем убавки. У нас 12 петель здесь. Провязываем убавки. Раз. Два. Три. Четыре. И 6. Убираем маркер. Давайте чуть-чуть вот сюда вот так переместим холофайбер, чтобы у нас получился так вот попочка маленькая. Чуть заполним. Оставьте небольшой хвостик. Петельку проденьте. И сейчас нам нужно будет протянуть вот так вот петельку
о, ниточку и затянуть наше отверстие, как мы с вами делали в яичках, через одну петельку. Подтяните. Вот так вот. Давайте завяжем узелок. И давайте спрячем нашу ниточку внутрь. Вот так вот. И сюда. Подтяните. Ну, в принципе, все. Можно обрезать. Все, наша основа готова. Вот такой вот цыпленок получился. Она немножко клиновидная, вот так. Во вторую петлю от крючка. Раз, два. Вяжем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше вяжем прибавки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Двадцать. Двенадцать. Дальше провяжите 4 столбика без накида. Раз, два, три, четыре. У нас получилось. Теперь поворачиваем вязание и провяжем еще 2 столбика. Раз, два. Делаем соединительную петлю и заканчиваем вязание. Все, наше крылышко готово. Вот оно. Итак, сейчас мы будем вязать вот такие лапки нашему цыпленку. Буду вязать из Ернард джинс. Красная пряжа. Итак, для того, чтобы связать нам вот такую маленькую лапку, возьмите крючок на троечку. Кольцо амигуруми оставьте немножко побольше хвостик. Кольцо амигуруми вяжем 4 столбика без накида. Вяжем 4 столбика без накида. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Последнюю петлю начала сделайте соединительную петельку. Соединили. Дальше вяжем 2 воздушные петли. Раз, два. Во вторую петельку, сейчас поближе сделаю. Во вторую петельку вяжем 1 соединительную петлю
И в серединку вот сюда еще одну соединительную петельку. Дальше вяжем снова раз, два, соединительную петлю. И сюда еще одну соединительную петельку. Вот уже два пальчика. Раз, два. Соединительная петля. И теперь до этого пальчика обвяжем соединительные петельки. Раз, два, вытягиваем. Вот так вот у нас получилось. Две вот такие лапочки. Можете пальчики расправить. Да. Наши лапочки будут готовы. Теперь мы с вами свяжем клювик маленький, очень маленький клювик, тоже красненький сделаем. Клюв вяжется очень просто, тоже оставьте ниточку по длине для сшивания. Четыре столбика без накида. Еще один или два ряда, как вы хотите носик, если подлиннее немножко клювик, то вяжем два ряда еще. Сейчас посмотрим, как у нас будет. Раз. Два. Три. Три. Четыре. Так, чтобы расправить клювик, вот так возьмите. Поправьте. Давайте посмотрим. Мне кажется, в принципе, достаточно маленькому цыпленку вот такой вот небольшой клювик. Все, сейчас здесь делаем соединительную петельку и заканчиваем. Итак, чтобы связать нам гребешок, возьмите красную ниточку. Провяжите, получается, раз, два, 6 воздушных петель. Два, три, четыре, пять, шесть. Вот такой гребешок будет. Дальше вяжем вверх 3 воздушные петли. Раз, два, три. Во вторую петлю делаем соединительную. Дальше. Раз, два, три. Следующую петлю делаем соединительную. Раз, два, три. И в последнюю замыкаем соединительную. И смотрите, можно связать вот такой гребешок. Вот у нас получились такие волны. Вот они. И потом его пришить вот сюда, вот так вот. Вот. Посередине. Либо можно сразу ввязать в нашего цыпленка. Так, сейчас покажу, как это сделать, если сразу ввязать в цыпленка.
вяжем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Делаем соединительную петельку. Вяжем 4. 1, 2, 3, 4. Вяжем соединительную. Так, немножко скосила. Нам чуть-чуть вот сюда надо. В эту сторону. И 1, 2, 3. Рядышком. Так, посмотрите. Рядышком было ровно. Вот здесь вот. Сделаем соединительную и закончим. Итак, когда мы связали нашего маленького, такого хорошенького, такого цыпленочка, ути-пути, давайте свяжем для него маленькую корзиночку, или, как говорится, как будто цыпленочек еще в скорлупе сидит. Итак, так, ложись, полежи пока. Нам понадобятся нитки. Я вяжу из Гималая Dolphin Baby. Белые ниточки, можно кремово-белые взять, у кого какие есть. Крючок у меня на 4. Я вяжу этими нитками. Крючком номер 4. И давайте начнем вязать с вами корзиночку. Стой! Цыпленок не хочет сидеть. Набираем 6. 2. Во вторую петлю делаем 6 столбиков. Без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На последнюю оденьте сразу маркер. Дальше вяжем 6 прибавок. В каждую по 2. Переставляем маркер на последнюю петлю и вяжем 1 столбик прибавка. 1 столбик прибавка. 1, 2. 1 столбик. Так, прибавка. 1, 2. 1 столбик прибавка. 1, 2. 1 столбик прибавка. 1, 2. 1 столбик. И последнюю прибавку. 1, 2. Такой у нас кругляшок с вами получился. На последнюю одеваем маркер. Итак, дальше вяжем 2 столбика прибавка. 1, 2. И прибавка. 1, 2. Вот такой у нас кругляшочек получился. Итак, дальше вяжем 24 столбика за заднюю стеночку, за вот эту вот, с этой стороны. Вот она у нас, вот за эти.
для того, чтобы, как по принципу корзиночки, у нас было определено дно. Итак, просто вяжем 24 столбика за заднюю стенку. Раз. Видите, у нас такая как бы... Если бы мы вязали с трикотажной пряжей, это было очень, ну, так хорошо заметно. Так у нас, видите, получилась такая мини-чашечка. Надеваем маркер на последнюю. И теперь провязываем за обе стеночки. Так, плохо видно. Вяжем 24 столбика за обе стенки до конца нашего ряда. Восьмой ряд вяжем 4 столбика без накида, прибавка. Раз, два, три. 4, прибавка, 1, 2, 1, 2, 3, 4, прибавка, 1, 2. До конца ряда вяжем самостоятельно. 9 ряд вяжем 36 столбиков без изменения и встречаемся на 10 завершающем нашем ряду. Итак, я провязала 9 ряд, который мы вязали самостоятельно, еще не сняла маркер, но в принципе он нам больше не нужен, теперь мы будем просто с вами вязать волны. Возьмите вашего маленького цыпленочка, чуть подальше сделаю, примерьте. Смотрите, он идеально сюда входит, в корзинку нашу. У нас стоит, не падает ни вперед, ни назад. Крылышки можно либо сложить сюда, да, будет, либо вот так вот, чтобы он красивенько стоял. Итак, наш завершающий ряд. Мы сейчас будем делать волны. Значит, провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. И далее в одну петельку после 2 столбиков без накида мы вяжем 3 столбика с накидом. То есть делаем, как помните, ажур. 1, 2, 3. Готово. Дальше вяжем 2 соединительные петельки. 1, 2. И снова вяжем в следующую. Делаем накид и делаем волну. 1, 2, 3. Делаем 2 соединительные петельки. 1, 2. Снова делаем накид и провязываем так до конца ряда. 2 соединительные петли, 3 столбика с одним накидом в одну петлю. Опять 2 соединительные петельки. 1, 2. Сейчас я отмотаю. Накид. И в соседнюю петельку провязываем. 1, 2. Три. Что-то у нас какой-то барабан. Три. Провязываем 2 соединительные петельки. 1, 2. Накид. 1, 2. Три. 2 соединительные петельки. Так вяжем до конца ряда и встречаемся в конце нашего ряда. В принципе, я думаю, вы поняли. Все, смотрите, что у нас получилось. Такой цветочек, тюльпанчик. И скорлупа вот такая получилась. Это как бы корзинка. Берем нашу цыпочку и сюда ее кладем. И отличная, классная получилась композиция. Итак, сюда можно завязать какой-нибудь
бантик цыпленку, или вот ниточку красненькую, можно синенькую или зелененькую на контрасте. Итак, сейчас я достану свои ленточки, и мы с вами сделаем. В запасах нашла ленточку, такую зелененькую хочу ему завязать бантик сюда, и здесь пустить зелененькую ленточку. Так, края желательно обработать. Барсик, март уже прошел, ты все орешь, ничего не поняла. И вот так вот будем ее девать. Вот в эти места выточки будут, получается. Смотрите, чтобы блестящая сторона была сюда. Вот так вот. Это не обязательно, конечно, делать. Если у вас есть, то можно и сделать. Вот что с котом делать? Да, вот так ходит он и разговаривает. Мой барсик. Все, так делаем до конца. И сейчас встретимся. И аккуратно, пока достану, подпалить. Цыпленочек. И можно просто играться. Хвостик у него, и он вот буквально с ладошку получился. Надеюсь, у вас все получится. Всем пока-пока и до новых встреч.